ЕГЭ в сентябре, на 3 месяца позже основного срока. Единый госэкзамен сдают те, кто не смог справиться с заданиями с первого раза. Пересдать, правда, можно только базовые предметы – русский и математику. Положительный результат необходим как минимум для получения аттестата о среднем образовании. К большому сожалению, с результатами этого экзамена поступить в высшее учебное заведение невозможно. Но успешно пройдя итоговую аттестацию в этом направлении, ребята получат аттестат и смогут продолжить свое обучение, имея за плечами среднее общее образование. 7 сентября сдают базовую математику. Никаких поблажек на переэкзаменовке не делают. Все так же, как и на обычном ЕГЭ. За полчаса до начала экзамена организаторы получают электронный ключ, без которого невозможно распечатать тестовое задание. Контрольно-измерительные материалы, или сокращенно КИМы, печатаются непосредственно в аудитории. На входе в пункт проведения установлен арочный металлодетектор. Любые технические средства на экзамене под запретом. За соблюдением всех требований следит общественный наблюдатель. Обязанность общественного наблюдателя. Мы смотрим, как вообще проводится само ЕГЭ, наблюдаем за тем, чтобы не проходило никакое списывание, и также за компетенцией тех, кто сам проводит это ЕГЭ, то есть за организаторами. Помимо наблюдателя и организаторов, за проведением можно следить в режиме онлайн. Во всех аудиториях установлены видеокамеры. Вероятность списывания сведена к минимуму. Впрочем, молодые люди это понимают. К пересдаче готовились все лето. Сейчас я сдаю математику. До этого сдавал русский, готовился, в принципе, сам в интернете. Читал, решал вот эти задачи. Сдаю, потому что немного, как сказать, не было возможности сдать ранее, потому что был немножко занят. Желание пересдать ЕГЭ и получить аттестат изъявили 20 человек. В Иваново для этого приехали ребята из Ильинского, Тейковского, Кинешемского и других районов области. Результаты экзамена по математике станут известны 20 сентября. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.